Всем привет, это проект «Окей, Гуревск». Сегодня мы находимся в Калининграде, светит солнышко, а это значит, что у нас есть как раз минут 10, чтобы пообщаться с людьми, пока не пошел дождь. Погнали! Здравствуйте! Здравствуйте. Как вас зовут? Ярослав. Ярослав, скажите, пожалуйста, чем занимаетесь? Я работаю, раздаю листовки. Как считаете, на этой работе можно подняться? Ну, в принципе, достаточно можно подняться на любой работе. Талантливые люди живут в Калининграде? Ну, скольких я знаю, да, вполне талантливые. Вот чем вы талантливы, давай? Я пишу стихи, у меня есть своя авторская страница в интернете и паблик ВКонтакте. Найти меня можно по нику в поиске Google просто, Ярл Ворона. Давай что-нибудь выдержку из последнего, какой-нибудь стих. Из последнего? Один в поле не воин, пережу и выплюнь. Каждый вроде волен свою волю выполнить. Ни жалости, ни спуска тому, кто смотрит искоса. Каждым словом русским поголовно тупость выкосить. Хоть воин в поле и один, но не в одиночестве. Словно идейный паладин в этом безликом обществе. Да, меня печатали два раза в сборнике «Балтика» и «Альманах. Музыка. Стиха». И как бы пока что все. Ну, зато работа перспективная есть. В Калининграде хотят провести гей-парад. Как к этому относитесь? Ну, отрицательно. Я всех своих друзей из ВДВ приглашу. А как вы относитесь? Я уже яйца положил куриные на батарею, чтобы протухли, чтобы покидаться можно было. Я просто испугался, вы сказали первую часть, такую паузу оставили. Вы сами вообще с Калининграда, да? Да. С рождения. В каком году Калининград-то основали? Упс. Сложно. Ну, в 99-м Путин пришел к этому. В 99-м Путин, да, отобрал у немцев город, который раньше назывался Кнайпхов. Прекрасно, слушай, а сколько чего у вас вообще по истории в школе? 5, 4. Ну вот видно, что у тебя 4. Заметно немножко. Чем еще гордится Калининград? Ну, может быть, тем, что как бы в Калининграде есть море Балтийское. Не у всех городов и стран есть выход к морю. Вот смотри, как известно, Калининград омывается двумя морями. Вот одно Балтийское, да. Каким еще? И Северное вроде. Северное море. Да, что сомневаешься, ты как считаешь? Так же, это же география. А Россия больше не переходит на зимнее время. Раньше переходили на зимнее время, сейчас не переходим. Сколько стало часов в сутках сейчас вот в связи с этим переходом? Я не знаю, сколько. Ну, вроде... Ну, вот раньше было 24, а сейчас мы не переходим. Сколько? 23. Все, так ты все знаешь. Чего ты стесняешься? 23 сейчас часов в сутках. Калининград, нравится вам город? Ой, конечно. Ну какая мечта у вас? Есть мечта? Мечта всегда есть. Ну, вот. Мечта сбывается. О чем мечтаете? Ну честно, между нами. Честно? Честно. А, Светка ушла. Ну ладно. Куда Светка-то ушла? Он не знаю, сказал... Номер, телефончик дала свой? Ой, извините, не дам. Светочка, и... только ваша, и все. Я ее люблю. Ей за что? И как? Вы? Да. И там мать? Да. И едь? Да. Да. Как вас зовут? Меня зовут Там. Меня зовут Куан. Тхан. Так, вот, понял. Тебя я понял. Чем? Да, давай, иди тоже сюда, к нам. Как зовут? Меня зовут Чо. А в Калининграде хотят провести гей-парад. Ну, как это? Гей-парад — это вот когда мальчик с мальчиком. Мальчик с мальчиком? Нет. Мы любим Калининград! Какими вот двумя морями омывается Калининград? Балтийский. Какие моря? И каким еще? И... Латвия там, по-моему, рядом с нами. Правильно. Латвия, значит, какое море? Латвийское. Все, прекрасно. И три косы, да, у нас есть в Калининградской области? Курская, потом Янтарная. Янтарная коса и третья? Балтийская. Да, Балтийская. Балтийская, Курская, Янтарная. Все, ты прекрасно вообще знаешь. Что у тебя по географии, мне интересно? Пятерка. Четыре, да, наверное? Да. Незаслуженно. Я считаю, что у тебя должна быть пятерка. Нет. Калининград первым отреагировал на последние новости, связанные с Алексеем Паниным, поэтому у нас в городе появились вот такие знаки. Намастись, собачки. Скажите, пожалуйста, из последнего в Калининграде слышали, может, хотят провести гей-парад. Представляете, как вы к этому относитесь? Парад? Всегда положительно. Только погода какая будет?
А им все равно, в какую погоду. Они вот любую согласны идти. И вообще, все мероприятия, что проводит армия, я всегда присутствую. Как относитесь к тому, что очень много молодых людей в последнее время начали заниматься здоровым образом жизни, правильно питаются? Ну, мы правильное питание. Вообще, мы за правильное питание. Очень положительно. Что посоветовали бы вообще молодежи кушать, вот, чтобы правильно... Побольше шавермы кушать, ребятам. Побольше шавермы. Она, короче, весь алкоголь изгоняет из организма. Да. Что в шаверме у тебя там? Картошечка, сырочек. Мяско, помидорки. Поторопись, у нас сейчас котлетки. С макарошками? Нет. Мяско, помидорки. Давайте на актуальные темы поговорим, что в Калининграде происходит. Смотрите, знаете, что губернатор 30 лет? Губернатору 30 лет калининградскому. Если буду говорить, вот я сейчас Диденко, я говорю. Да, вообще, так, стоп, камера. Все, стоп, камера. Мы не снимаем. Будешь снимать. Я просто никого не боюсь, ничего не знаю. Знаешь, почему, дорогой? Потому что... Хорошо, ты хочешь правду? Путин... Знаешь, кто? Кто? Путин? Ну, не буду говорить. 200 тысяч ваших! Блестательно! С полоборота догадайся, какая моя профессия. Вы так волосы трогаете. Я думаю, вы стилист. Нет. Вы татуировщик. Вы певец. Нет. Танцор. Депутат. Гордится вообще Калининград своими людьми? Вот из таких, вот из таких людей, как Калининград, я и делается. Почему Диденко нет? Дружище, дай мне автограф. Да, передай привет Игорю Дмитриеву. Игорь Дмитриев – это декан механического факультета. Он футболом заведует, он знает. Хочешь, я тебе рыбки дам? Хочешь, я тебе угощу винчиком? Хочешь, я тебе помидорчик? Хиппи, ты понимаешь? Подошел ко мне, дело выпили, поговорили, туда-сюда. Смотри, а Калининград, знаешь, да, что он отделен от большой России? Ну да. Какие у нас государства рядом находятся с Калининградом? Сочи. Сочи рядом находится, еще что находится рядом с Калининградом? Куда еще у нас едем? Бразилия. Да. Ну вот Бразилия граничит, Калининград. Ну да. Калининград в честь какого человека назван? Да откуда я знаю, не знаю. Ну давай подумаем логически. Калининград. Ну фамилия, наверное, такая какого-то была. Калининградов. Ну, вот назвали Калининград. Как звали его? Давай. Не знаю. Давай. И, я тебе буду подсказать. Иго. Игорь. Игорь. Игорь Калининградов не знал такого певца известного? Пусть многих потерь мне виден теперь и знаком. Более. Друзья, это был проект «Окей, Гурьевск». Любите свой город. Любите людей, которые живут в этом городе. А мы дальше продолжим петь. Праздником стал, как шумный карнавал засверкал. Я знаю теперь об одном. Путь многих потерь мне виден теперь и знаком.